Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Сережа Енот. Снова на даче, снова на море. Решил снять, запечатлеть, так сказать, небо. Смотрите. Дождик намечается. Купался в море сегодня. Первый раз. Так сказать, открыл сезон. Вода теплая, хорошая. Даже чистая. Только что-то солнца нет. 6 часов вечера, уже небо затянуло все. Сейчас вам покажу лучше. Ну вот, смотрите. Волны уже начинаются. Небо начало затягивать оттуда сначала. Пошло вот здесь. Как в фильмах катастрофа. Послезавтра там. Послезавтра или когда вчера. Капец. Ужас. Вот так вот, дорогие друзья. Не знаю. Такой вот маленький у нас ролик получился. Вставочка. Смотрите, ветер такой поднялся. Ужасно. Уходим уже отсюда. Прохладно, так сказать. Вы пишите в комментариях там, о чем вам снять. Я сниму. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, с вами был Сережа Енот. До встречи.